Новый год с новым двором. Эстафету праздником принимают черемушки. Здесь на новеньком асфальте также водят хороводы. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Люди не скрывают радости. Во дворе почти 60 лет не было ремонта. А тут настоящий подарок к Новому году. Жильцы сделали все для того, чтобы попасть в программу. Организовали собрание, собрали подписи и необходимые документы. И вот он, результат. Очень хорошо сделали двор. Мы давно этого ждали. И площадка есть. В общем, нам понравилось. К Новому году бригады постарались закончить самое основное. Побелили первый этаж в доме, оборудовали парковку, положили асфальт. На ремонт только в этом дворе по федеральной программе формирования комфортной городской среды было выделено 2 миллиона рублей. Укладка асфальта, укладка, прокладка дорог, отмостки, тротуары, детские площадки, обрезка деревьев, большие объемы работ. Большие денежные затраты, и жильцы бы ни за что бы эту работу сами не произвели. Программа рассчитана на 5 лет, и уже в этом году в Армавире отремонтирована 81 дворовая территория. Приведены в порядок городской парк и дворец культуры, а также скверы. Во дворе дома номер 68 работы будут продолжены и в 2018 году. Маленькие армавирцы ждут детскую площадку, значит, она обязательно будет. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».